Всем привет, это канал I Like Pet. И в сегодняшнем ролике мы расскажем о нескольких чертах характера британской короткошерстной кошки. Многогранный и противоречивый. Так кратко можно описать характер этих аристократических животных. Представители британцев значительно отличаются по нраву от пород других кошек. Британская порода кошек хорошо переносит одиночество, и если вас долго нет, кошки найдут себе занятия или будут тихо и мирно спать, и уж точно не будут портить мебель, грызть цветы или обрывать шторы. Британцы относятся к тем породам кошек, которые привязаны к хозяину, и по возвращении с работы обязательно встретят вас и расскажут, как у них дела. Британская короткошерстная кошка прекрасно уживается с любыми животными, будь то собаки, коты, попугаи, игуаны или другие представители дикого мира. Если британцу что-то не понравится, он не будет терпеть то безобразие, которое творится рядом с ним, а развернется и гордо уйдет. Чтобы не потерять наш канал, жмите на кнопку «Подписаться». Не забывайте нажать на палец вверх, если видео вам понравилось. Это помогает нам делать видео, которые интересны именно вам. Наслаждайтесь просмотром. Все коты по-своему упрямы. Это же касается и британцев. Говоря о характере британских кошек, будет не лишним сказать, что они все делают по своему желанию и на свое усмотрение. Если им не хочется в холодное время года вылезать, например, из своего домика, чтобы поиграть, то его не заставишь это сделать. Жизнь кошки складывается не только из сна и еды. Большую роль для представителей кошачьих играют развлечения. Британцы – большие любители пошалить, разумеется, в рамках дозволенного. Исключение могут составлять взрослые кошки, хотя и их иногда можно застать за подобным занятием. Характер и поведение британского кота может быть самым разным, однако ключевым определяющим фактором является настроение животного. Испортить или наоборот улучшить его может сам хозяин. О других интересных фактах из мира животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы представлены в соцсетях.